Добрый вечер. Очень рада вас видеть. Сегодня второй концерт в Москве группы Игоря Володина. У Игоря Володина это тихонский пианист, который пишет очень замечательную музыку и является организатором фестиваля в Тихвине, который уже прошел 13-й раз. Тихвин — это такой небольшой маленький город, если вы знаете, 10 километров от Петербурга. И известен тем, что это родина Римского-Корсакова, и там, конечно же, всем известный монастырь Богородичный, с чудотворной иконой Тихвинской Божьей Матери. И очень замечательное место, и каждый год там проходит фестиваль. Вот Игорь является его бессменным руководителем, арт-директором фестиваля, или как правильно сказать, художественным руководителем. И Игорь выпустил два диска, и для меня, конечно, большая честь играть в его ансамбле, играть его музыку. Два диска, которые вышли на лейбле «Бомба Питер», это питерский лейбл, как вы знаете. Собственно, вот мы сегодня будем играть музыку с этих дисков. И, собственно, вот этот весь тур, это вот третий концерт нашего тура. Еще будут концерты завтра и послезавтра, о которых расскажу чуть позже. Так вот, третий концерт вот этого российского тура Игоря Володина, который приурочен как раз-таки к его 50-летию. Вот, так что в преддверии 50-летия Игоря Володина вот мы играем для вас. Итак, я сейчас приглашу на сцену всех музыкантов и потом передам уже микрофон Игорю, потому что это его проект, его музыка, он будет рассказывать об этом. И, значит, давайте, музыканты, это Юрий Гребецкий, бас-гитара, Тихвин, давний соратник Игоря Володина, они вместе давно выступают, известный барабанщик, ударник, перкуссионист и легендарный джаз-группа «Архангельск» Олег Юданов. Олег Юданов. И вот непосредственно сам Игорь Володин, пианист, композитор. Добрый вечер, дорогие гости этого замечательного зала. Спасибо, что вы нашли время прийти послушать нашу музыку. Музыка, которая сегодня будет звучать, это авторская музыка, записанная на этих двух дисках, которые называются «Иллюзии» и «Негромкий свет». Записано с этими замечательными музыкантами Алексеем Кругловым и Олегом Едановым. Чуть позже я о них поподробнее расскажу, а пока звучит первая пьеса, которая называется «Иллюзии». Thank you.
Спасибо. Прозвучала пьеса «Иллюзии». Если как-то попытаться охарактеризовать нашу музыку, то чаще всего ее называют такой современной джазовой романтикой. Хотя некоторые люди спорят, джаз это все-таки или не джаз, или какая-то там просто импровизационная музыка. Мы стараемся особо об этом не задуматься, а играть и получать удовольствие. Следующая тема, которая прозвучит, называется «Ева». Thank you.
Спасибо. Алексей Круглов. Саксофонист, которого называют одним из лучших современных импровизаторов Москвы. Да не только Москвы, наверное, и России. Олег Юданов, Архангельск. Наша музыка, как я хочу верить и надеяться, это еще попытка играть джаз по-русски. Притом по-русски часто очень слово по-русски воспринимают как синоним чему-то некачественному, антиамериканскому. А мне кажется, что пора играть именно по-русски так, как издревле сложилось. Пользуясь, так сказать, традицией наших знаменитых композиторов, опираясь на яркий мелодизм, на музыку, которую можно унести с собой в сердце домой. Следующая тема называется «Кафе блюз». Есть такое кафе в Тихвине, где иногда звучит джаз. Thank you.
Еще одна музыкальная тема. Музыкальная картина, я бы сказал, потому что сегодня здесь играют не просто музыканты, такие как Олег Юданов, Алексей Круглов, Юрий Грибецкий, а музыканты-художники, которые умеют создавать образы, умеют рисовать звуками. Вот следующая тема, которая называется «Океан». На самом деле, я думаю, вы услышите, что речь идет не просто о какой-то водной стихии, но я бы даже, наверное, сказал о таком бесконечном одиночестве маленького человека во Вселенной. Итак, Олег Юданов, Алексей Круглов, Юрий Грибецкий, «Океан». Thank you.
Алексей Круглов, Олег Беданов, Юрий Грибецкий, Игорь Володин. Перерыв. Итак, мы начинаем второе отделение. Заглавная пьеса второго диска «Негромкий свет» прозвучит на начале нашего отделения. Итак, пьеса «Негромкий свет». В динамике исполняемого произведения это не относится. Просто я считаю, что музыка должна в себя нести свет.
Thank you.
Спасибо. Следующая пьеса – это джазовая баллада, которая называется «Вечерний Ируиль». Ируиль – это такой небольшой город на севере Франции. Thank you.
Музыкальная картинка, а может быть не маленькая, которая называется «Суета». Thank you.
Суета. В заключение нашей сегодняшней встречи еще одна пьеса, одна из любимых диска «Иллюзии», называется она «Память».
Спасибо. Для вас сегодня играли Алексей Круглов, город Москва. Олег Юданов, город Архангельск. Юрий Гребецкий, Игорь Володин, город Тихвин. Спасибо за внимание.